Так, ребят, а давайте сделаем такие пластиковые карточки, с помощью которых можно будет в банке деньги снимать. И чтобы их можно было снимать не только в банке, но и в специальном автомате. На картах надо индивидуальный номер выдавить, а все данные записать на магнитную полосу. А лучше на специальный чип. Надо бы еще создать эти, ну как их там, платежные системы. И выпускать карты не только кредитные, но и дебетовые. Тогда еще придется сделать систему, позволяющую мгновенно оплачивать покупки и счета. А еще отправлять и принимать переводы. Блин, каждый раз засовывать карту в терминал реально неудобно. Удобнее просто прикладывать. Прикладывать телефон. Хотя мне все равно больше карты нравятся. Особенно если они с крутым дизайном и большим кэшбэком. Сейчас у банков вообще много разных акций и бонусов. Откуда ты это знаешь? Ну, я подписан на специальный телеграм-канал, в котором каждый день публикуют такие акции. А еще скидки в онлайн и офлайн магазинах и разные промокоды и купоны. А что это за канал? Ссылку оставлю в закрепленном комментарии.